Манхэттен, Upper East Side, знаменитая музейная миля, один из самых престижных районов мира и особняк Fletcher Sinclair Mansion, одна из его архитектурных жемчужин. У этого здания богатая история, но вот уже полувека оно известно как Украинский институт Америки. Элегантный особняк своими залами и огромными окнами напоминает дворец. Творение известного американского архитектора Чарльза Гилберта Нью-Йорк украшает с конца 19 века. Дом банкира и предпринимателя Исаака Флетчера в 1917 году по завещанию перешел в собственность Метрополитен-музея вместе с редкой арт-коллекцией, собранной бизнесменом. Год спустя его приобрел другой миллионер Генри Синклер. От их фамилии особняк и получил название Fletcher Sinclair Mansion. В оформлении усадьбы использовались несколько дизайнерских стилей, причем отличаются друг от друга не только этажи, но и комнаты. Неоготический стиль здесь замечательно уживается с классическим барокко. Например, эта овальная комната явно создавалась под впечатлением от интерьеров Версаля. Но все же большинство помещений здесь украшены деревом. Вообще, деревянная отделка, я бы сказал, это отличительная особенность особняка. Дом-дворец на Upper East Side успел также побывать во владении семейства наследников генерал-губернатора голландских владений Новые Нидерланды Питера Стайвесента, прежде чем его в середине прошлого века для Украинского института Америки приобрел предприниматель-изобретатель Уильям Джус. Уильяма Джуса иногда называют украинским Генри Фордом. В США тогда еще Владимир Джус из Западной Украины приехал в 1913 году, менял профессии и работы. К 30-м годам прошлого века он разбогател и стал миллионером. Украинский институт Америки Джус основал в 1948 году. Сперва он находился в Нью-Йоркском районе Западный Ислип. А с 1955 года институт получил новую прописку в одном из самых знаменитых особняков Манхэттена. Добрый день. Витаю вас в Украинском институте. Неправительственная организация, существующая на пожертвование членов, хорошо известна в Нью-Йорке. Арт-директор института Уолтер Ходиш говорит, что в этом есть и заслуга здания, ставшего штаб-квартирой организации. Цель Украинского института – популяризировать украинскую культуру и знания об украинском народе в мире. Идет ли речь о жителях Нью-Йорка или о туристах, все имеют возможность зайти к нам и получить представление об Украине в разных областях, если угодно, стать более просвещенными в этом вопросе. А благодаря тому замечательному месту, в котором расположен институт, этот эффект усиливается. Людям не только интересно узнать об украинской культуре, но и побывать в этом особняке, который, кстати, считается национальным историческим достоянием. Эта комната называется Members Room. Здесь, как правило, собираются члены Украинского института. Когда-то здесь находилась библиотека. Мне кажется, это одна из самых фешенебельных комнат в помещении. Согласитесь, несложно здесь себя представить вечером у камина с бокалом бренди в руке. Как и при первом владельце здания, особняк сегодня стал одним из культурных центров Нью-Йорка. Выставки украинских художников, концерты и постоянно пополняющаяся экспозиция под названием «Окно в Украину». А здесь у нас интерактивный экран, который, кстати, пользуется большой популярностью у посетителей. Вы можете выбрать то, что вас интересует. Хотите узнать об истории или географии, можно узнать об известных украинцах или современных художниках. А как много вообще американцы, по-вашему, знают об Украине? И что их интересует в этой связи? После событий на Майдане к нам приходило очень много людей. Некоторые просто хотели увидеть, где на карте находится Украина. Многие приходили и выражали свои соболезнования после того, как на площади был открыт огонь. Следующая волна интереса возникла после аннексии Крыма. Опять же, те, кто приходил, хотели больше узнать об Украине. Теперь мы участвуем в ежегодном фестивале на 96-й улице на Upper East Side. Вот уже третий год мы представляем там Украину. Впрочем, выставки художников, концерты и разного рода экспозиции – это лишь часть проектов института. Желающие могут здесь обучиться украинскому языку или постигнуть искусство росписи пасхальных яиц – писанок. Эффектный фасад и безупречная отделка интерьеров. Здание Украинского института на 5-й авеню просто не мог обойти вниманием Голливуд. Особняк отметился сразу в нескольких фильмах, в том числе в известном «Нью-Йорк, я люблю тебя».